Здравствуйте, в эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала «Первый Карагандинский» и я, Гульнур Жакен. Сегодня в выпуске. Министр сельского хозяйства Казахстана отчитался перед казахстанцами из Караганды. Аграрии Карагандинской области не упустили возможность задать наболевшие вопросы напрямую главе ведомства. В Темиртау начали свою работу процессуальные прокуроры, занимающиеся ускорением работы органов уголовного преследования. С начала года 4 резонансных дел с помощью спецпрокуроров были направлены в суд. Карагандинские полицейские с легковых авто временно пересели на двухколесный транспорт. Таким образом, сотрудники уголовно-исполнительной системы Карагандинской области проехали более 10 километров на велосипедах. Прошлый год для аграрного сектора экономики Казахстана оказался успешным. Объем валовой продукции сельского хозяйства за прошлый год составил более 4,5 триллионов тенге. При этом показатель роста составил 5,5%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов в рамках отчетной встречи с населением. Встреча прошла в акимате Карагандинской области. В ходе встречи министр рассказал об итогах развития отрасли в 2016 году и задачах министерства на текущий год. Как отметил министр, прошлый год для аграрного сектора экономики был успешным. Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2016 год вырос на 5,5%. При этом рост производства впервые за последние 10 лет показали все области страны. Ну а инвестиции в основной капитал сельского хозяйства увеличились в 1,5 раза. Экспорт продукции достиг 2,1 миллиардов долларов США, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 5%. При этом экспорт зерна вырос на 28%, составив 8,8 миллионов тонн. По растениеводству. Желающих воспользоваться возможностью задать свой вопрос министру сельского хозяйства напрямую было много. Если аграрии из других областей Казахстана связывались с министром в режиме видеоконференц-связи, то предпринимателям Карагандинской области удалось задать вопросы и выразить свои пожелания к главе ведомства с глазу на глаз. Мы сейчас в этом году должны в пределах 700 миллионов вернуть Казагро. И это и основной долг, это и проценты. Вот. Продукция готовая на складе лежит более чем на 600 миллионов, но из-за отсутствия экспорта мы никак не попадем, от 1,5 года бьемся в список импортируемых товаров Китая. По вопросам населения можно было заметить, что среди основных проблем в сельском хозяйстве стоят проблемы экспорта товара, особенно в Китай. Выйти на огромный рынок – мечта многих предпринимателей всего мира. Карагандинцы не исключение. По этому вопросу также идут усиленные работы, ведутся переговоры в Шанхае. А в Восточном Казахстане строится специальная лаборатория, где будут сертифицировать казахстанский товар, предназначенный именно для экспорта в Китай. Среди вопросов, адресованных министру, были проблемы, касающиеся вода и электрообеспечения небольших сел. Жители отдаленных аулов готовы работать, засучив рукава. Вот только из-за таких преград, как отсутствие света и воды, их мотивация постепенно исчезает. Этот вопрос не стал неожиданным для министра. Он уже на рассмотрении и в скором будущем будет решен. Внесены на рассмотрение Министерства национальной экономики государственные инвестиционные проекты по строительству 22 водохранилищ в 8 областях и готовится приложение по сбору талых и паводковых вод. Отчет министра сельского хозяйства показал, что не только карагандинцы, но и все казахстанцы активизируются в деле предпринимательства, особенно в агропромышленности. Все благодаря поддержке государства, признаются аграрии. Ведь на поддержку сельхозкооперации в текущем году выделено 52 миллиарда тенге. В том числе по программе продуктивной занятости 27 миллиардов тенге и через фонд финансовой поддержки сельского хозяйства 25 миллиардов тенге. Для сельхозпроизводителей создан бесплатный единый колл-центр и портал Farmers.kz для консультаций по вопросам кооперации. Айнур Нурмангалиева, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Известный карагандинский бизнесмен и меценат Ерлан Нигматуллин отличается милосердием и заботой о подрастающем поколении. В День защиты детей 1 июня Ерлан Зайрулаевич по традиции посетил воспитанников детского дома города Балхаш.
Летний комплект одежды и велосипеды преподнес воспитанникам Балхашского детского дома карагандинский предприниматель Ерлан Нигматуллин. По словам воспитателей детского дома, Ерлан Зайрулаевич – человек с большим сердцем. Он также не забывает выпускников детдома, участвуя в их судьбе. Одним из таких примеров является судьба Лауры Игеновой, которая с помощью мецената получила высшее образование и сегодня сама является успешным предпринимателем. В Темиртау выявлена нечестная работа нотариуса, причастного к квартирному мошенничеству. В эпизоде дела присутствует квартира умершего темиртауца, которая была оформлена на чужое лицо. Дело затянулось на 8 месяцев, так как не нашлись свидетели, а нотариус своей вины не признавала. По этой причине в дело вмешались процессуальные прокуроры. С участием процессуального прокурора, то есть конкретно следственные действия были проведены. Вина частного нотариуса была доказана. Помимо этого были установлены другие соучастники преступления. Один из них в настоящее время содержится под стражей. Дело также направлено в суд. Фигура процессуального прокурора определяется, как правило, по делам, которые вызвали большой общественный резонанс, где необходим тщательный надзор за проводимыми следственно-оперативными мероприятиями. По словам заместителя прокурора города Темиртау, данный институт спецпрокуроров себя оправдывает. Так, с начала года Темиртауской прокуратуры было назначено 9 таких специалистов по сложным делам. Работы четверых из них были направлены в суд. Такие, как групповое изнасилование 16-летней девушки и вымогательство на территории металлургического комбината. Было дело, оно затянулось, изнасилование несовершеннолетней одной в Темиртау. Кроме показаний самой потерпевшей, других доказательств практически не было по делу, поэтому дело затянулось. В связи с этим был назначен процессуальный прокурор. Дело после этого было направлено в суд, в настоящее время рассматривается в суде, подсудимый признает вину. Другой пример. Было вымогательство на территории завода «Арселор Миттл». То есть бывший работник этого завода, который ранее был уволен, незаконно проник на территорию, вымогал, угрожал одному из руководителей цехов, чтобы тот дал разрешение на незаконный вывоз металла. Данное дело тоже затянулось. Назначен был процессуальный прокурор, и это дело также в настоящее время рассматривается в суде. За затягивание дела в первую очередь несут ответственность органы уголовного преследования. По этой причине с начала года уже троим должностным лицам следственного отдела был вынесен выговор за несоответствие занимаемой должности. Фариза Албаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинская область полностью готова к работе на международной выставке «Экспо» в Астане. Готовы инновационные проекты, готовы волонтеры, готовы зрители. На сегодня жители нашего региона приобрели более 90 тысяч билетов. Об этом доложила руководитель управления предпринимательства на традиционном брифинге в региональной службе коммуникации. Порядка 200 тысяч жителей Карагандинской области посетят международную выставку «Экспо» в Астане. Такие данные озвучила на брифинге руководитель областного управления предпринимательства Татьяна Аблаева. За счет средств областного бюджета выставку посетят около 4 тысяч школьников. Это одаренные дети и воспитанники детских домов. Кроме того, 2700 детей из малообеспеченных и многодетных семей увидят объекты «Экспо» за счет средств местных бюджетов. Остальным школьникам предлагают билеты со значительной скидкой. Сейчас идет оформление льготных билетов. Это для школьников и студентов, управлением образования и управлением молодежной политики. То есть льготные билеты, они будут стоить до 2000 тенге. Это 50% скидка. От Карагандинского региона для участия в международной выставке заявлено 29 инновационных проектов. 7 из них уже прошли согласование. Среди них проект по переработке отходов стекла. Он называется «Эскалит-К». Его руководитель Сагат Уалиев заявил, что это отечественная разработка. Привлекли к участию в данном проекте, а проект называется «Эскалит», что означает «экологическая переработка стекольно-керамических отходов инновационными технологиями». Мы привлекли ученых КарГТУ, Карагандинский политехнический и КарГУ. И разработали новые строительные материалы, такие как газостеклобетон и пеностеклобетон. Сбор заявок от разработчиков инновационных проектов еще продолжается. Отчитались чиновники и о подготовке добровольных помощников. В области отобрано 250 волонтеров. Это студенты старше 18 лет, имеющие опыт проведения массовых мероприятий. На сегодняшний день они уже прошли обучение. Это по таким направлениям, как управление человеческими потоками и навигация, транспортное обеспечение, переводческие услуги,
и даже технологии разрешения конфликтов. Все это им пригодится на работе в Экспо. Уже 2 июня, то есть завтра, все 250 волонтеров выйдут в Астану и приступят к работе. В целом, за время проведения выставки Карагандинская область планирует поставить около 9000 тонн продуктов питания. А в период с 4 по 9 сентября в Астане пройдут Дни культуры Карагандинской области. Запланировано провести в столице более 20 культурных мероприятий. Андрей Тенолжас Габбасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Ежегодно 2 воскресенье июня медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник. Представителей этой профессии объединяет одно – стремление помогать людям. Сегодня мы расскажем о тех, кто первым приходит на помощь, о работниках скорой медицинской помощи. Среди них ветеран здравоохранения Борис Александрович Выдря. Его трудовой стаж – 50 лет. Человек, который отдал всю душу и силу любимой профессии. Эти слова про Бориса Выдря. За 75 лет своей жизни он ни разу не пожалел, что выбрал именно эту профессию. Борис Александрович родился на Украине, но сама судьба занесла его в Караганду. После окончания школы поступил в Киевское военное бывшее медицинское училище, которое закончил. Потом поехали служба в армии. Служил я в Плесецк сейчас. В России, где запускают космос корабли. Потом познакомился там с друзьями с Караганды и приехал в Караганду для поступления в институт. В 1966 году начался его трудовой путь на Карагандинской станции скорой медицинской помощи, который продолжается до сих пор. Сначала фельдшером, далее врачом. Сегодня Борис Александрович является заместителем начальника станции. На его счету не одна сотня спасенных жизней. Пришлось однажды в лютые морозы прямо в машине принимать роды, вспоминает Борис Александрович. Роды приходилось машины зимой принимать. Дело в том, что это сейчас утепленные машины, а тогда были машины у нас УАЗики. И вот вы представляете, везде щели в машине, холодина, мороз где-то 25-30 градусов. И женщина рожать начала в машине. Естественно, все, я и санитар поснимали все с себя, теплые, то, что куртки там все. Утеплили, довезли все нормально. Потом еще благодарили, что это самое. Есть хорошие, конечно, воспоминания есть. За сутки на областную станцию поступают более 600 звонков. Для оказания скорой медицинской помощи задействованы 5 подстанций. В их составе работают 49 бригад. В каждой карете водитель, фельдшер, врач и санитар. Никого нельзя отправить раздельно. Все они работают одной командой, отмечает заместитель директора. Сам же Борис Александрович смотрит уверенно в будущее. Ветерану медицины Борису Выдря в этом году исполняется 75 лет. Несмотря на свой далеко не молодой возраст, он готов дальше спасать жизни людей. Фаризал Бабажак, Сулук Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. 50 килограммов подарков привез главный полицейский Карагандинской области Мергенбай Жапаров воспитанникам детского дома «Кулыншак». Среди подарков – спортивная одежда, рюкзаки, спортивный инвентарь и сладости. Визит прошел в рамках празднования Дня защиты детей. В детском доме «Кулыншак» снова гости. С главным детским праздником воспитанников пришли поздравить полицейские во главе с генералом Мергенбаем Жапаровым. Стоит отметить, что за последние годы руководство областного департамента внутренних дел существенно пополнило спортивный зал детского дома современными тренажерами и другим спортивным инвентарем. Вот и в этот раз стражи порядка привезли ролики, мячи, самокаты, спортивную одежду. Сегодня в Казахстане большое внимание уделяется развитию спорта, пропаганде здорового образа жизни. Мы заинтересованы в том, что вы росли здоровыми, спортивными, достойными гражданами нашей страны. Поэтому в этот день руководство департамента внутренних дел и вот во главе председателя общества «Динамо» Имаш Малтая Кульчуваевича приняли решение оказать вашему детскому дому материальную помощь в виде спортивного инвентаря и формы, а также сладостей. Желаю вам еще раз крепкое здоровье, радости в жизни, успех учебы, самое главное. Развивайте свои таланты, большие, больше заниматься спортом.
Воспитанники детского дома подготовили для гостей свой подарок – концертную программу. Воспитатели отметили, что для ребят этот визит имеет огромное значение, когда руководитель полицейского ведомства области, несмотря на занятость, находит для них время и говорит слова напутствия. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Международный день защиты детей в преддверии открытия международной выставки «Экспо» в Караганде стартовал проект «Экспедиция стадиона «Шахтер. Энергия спорта». Главными участниками стали воспитанники детских дворовых клубов. Разноцветные аппликации, аквагрим, рисунки на асфальте. И все это на огромной площади стадиона «Шахтер». Сотни воспитанников детских дворовых клубов приняли участие в самом главном для них летнем празднике. Восьмилетняя Алина Актай призналась, что с удовольствием вместе с сестрой приняла участие в праздничных мероприятиях. Тем более, что тематика праздника – предстоящая международная выставка «Экспо». И я поздравляю всех своих сверстников. Мы с сестрой сделали подделку «Экспо-2017». Экспедиция «Энергия спорта». Именно так назвали свое мероприятие организаторы. Название перекликается к теме выставки «Экспо», которая совсем скоро стартует в Астане. Дети сегодня у нас оделись в трехцветную одежду. Это вот логотип «Экспо» в оранжевый, синий и зеленый, который ассоциируется с проведением «Экспо». То есть прям, получается, в самом преддверии мы дали старт нашему проекту, который посвящен проведению международной выставки «Экспо-2017». Данный проект будет реализоваться на площадках нашего города силами дворовых клубов. Для всех участников провели различные веселые соревнования, конкурсы, квесты. Самыми яркими и запоминающимися стали флешмобы, запуск в небо разноцветных шаров, массовые танцы. Кульминацией праздника стал огромный логотип выставки «Экспо», созданный детьми. Разглядеть его можно было только с высоты птичьего полета. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тен, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Свыше 50 сотрудников уголовно-исполнительной системы приняли участие в велопробеге. Мероприятие организовали в преддверии выставки «Экспо-2017» и 25-летия казахстанской полиции. Организаторы заявили, велопробег организованный впервые и проводится в поддержку здорового образа жизни. Сотрудник полиции не только стоит на страже интересов граждан, но также является примером для подражания молодому поколению. Ерлан Бесикеев признался, что любит спорт, особенно езду на велосипеде. Узнав о велопробеге, сразу принял решение в нем участвовать. В этом году мы решили организовать велопробег, посвященный 25-летию казахстанской полиции. Также в рамках реализации плана Казахстана по здоровью нации мы организовали такие мероприятия. Помимо этого у нас происходят различные оздоровительные программы, соревнования. Недавно было в Щучинске республиканское соревнование по рукопашному бою. Сегодня вот у нас запланирован велопробег. В дальнейшем будут организовываться дополнительные различные соревнования. В преддверии выставки «Экспо-2017» и 25-летия казахстанской полиции свыше 50 сотрудников пересели на велосипеды, устроив массовый забег. Стартовал марафон от стадиона «Шахтер». Проехав десятки километров по трассе Караганда-Темиртау, участники финишировали там же, где и был старт. Сегодняшнее мероприятие мы приурачиваем предстоящему открытию международной выставки в нашей столице, это «Экспо-2017», которая пройдет 10 июня текущего года, а также сотрудники уголовной системы будут праздновать юбилейную дату, это 25-летие образования органов внутренних дел Республики Казахстан. Ежегодно сотрудники в преддверии своего профессионального праздника устраивают различные мероприятия. Веломарафон настолько понравился участникам, что организаторы отныне решили проводить его ежегодно. Андрей Тен, Ажар Гибаева, Жаксылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В честь Дня защиты детей аквапарк «Дельфин» организовал специальную акцию. Администрация аквапарка порадовала маленьких гостей доступными ценами. Для всех желающих окунуться в мир водных развлечений были созданы все условия. Аквапарк «Дельфин» стал любимым местом для развлечения не только жителей шахтерской столицы, но и гостей города. Акция проходила один день.
1 июня. Цена за вход для детей составляла 1000 тенге. Время было не ограничено. В обычные дни входной билет стоит 3000 тенге, но время провождения также не ограничено. Ребятишки и взрослые получили массу удовольствий и впечатлений. Здесь можно отметить свой день рождения и любой другой праздник. Я сегодня пошел с друзьями. Мне нравится тут вода и самые крутые горки. Я пришел со своими друзьями. У меня сегодня день рождения. Мне очень нравится здесь. Вода теплая, весело. Купаться с друзьями. Здесь очень классно, весело. Нравится больше всего желтая горка, только мало скорости. Так было классно. Вода очень теплая и много людей. Интересно. Аквапарк, конечно, очень здорово, что для детей такое. Дельфин радует посетителей приятным и продуманным до мелочей интерьером, удобным разделением водных зон для детей и взрослых с различным спектром развлечений и аттракционов. Сейчас здесь два бассейна для детей, глубина которых составляет 50 сантиметров, и один большой бассейн 140 сантиметров. Он включает в себя две большие горки. Высота горок от 6 до 9 метров. Они пользуются большой популярностью среди посетителей. Для маленьких гостей предусмотрена маленькая горка. Высота ее не превышает 2 метров. Администратор Светлана Хан уверяет, спасатели в аквапарке всегда на посту, готовые в любой момент прийти на помощь. Любители парной могут посетить сауну. В отдельной зоне сосредоточены места для отдыха. Это кафе с приятным оформлением и отличным ассортиментом блюд и напитков по приемлемым ценам. Также для удобства посетителей работает магазин, где можно приобрести все необходимое для посещения аквазоны и купания, включая небольшие сувениры. Аквапарк «Дельфин» – место, где можно здорово провести свободное время в кругу семьи и друзей и отпраздновать дни рождения и знаменательные события. Андрей Тен, Асель Сазанбаева, Тулеген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В предстоящую субботу в Караганде будут перекрыты автомобильные дороги. 3 июня с 8 до 13 часов будет проведен полумарафон «Арманғажол». По этой причине будет перекрыт участок автодороги по проспекту Республики от улицы Муканова до улицы Бауржана-Момышлы, бывшей взлетной полосы. Движение транспорта будет осуществляться по улицам Татсимбета и Муканова, а также по 7-й магистрали. И еще об одном. Городской акимат приглашает карагандинцев на сельскохозяйственные ярмарки, которые пройдут с 3 июня по 16 сентября еженедельно по субботам в двух местах. Коммунальный рынок «Гасыр» и торговый дом «Сарарка», улица Строителей, 35/2. Власти заявляют, что на ярмарках будут реализовываться продукция сельхозпроизводителей области по ценам ниже среднерыночных. Городской акимат также приглашает карагандинцев и гостей города на патриотическую городскую акцию «Біздің тәуелсіздігіміздің нышандары», посвященную 25-летию государственных символов Республики Казахстан. Акция состоится 4 июня в 11 часов на площади государственных символов по проспекту Республики. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Аман сау болыңыздар.